Нарьян-Мар претендует на звание одного из самых безопасных городов Арктики. Столица региона вошла в пилотный список вместе с Норильском и Анадырем, где будет внедрена система «Безопасный город». Это произойдет уже в нынешнем году, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Основные концептуальные подходы уже реализуются. Мы отработали все элементы научного сопровождения. Это мощный программно-аппаратный комплекс, который позволяет обеспечить эффективную работу городского транспорта, социальной инфраструктуры, обеспечить безопасность на основных магистралях, устойчивую работу всей системы жизнеобеспечения населения, энергетики, коммунального хозяйства, лифтового хозяйства и всего, что окружает жизнь человека в городах, отметил глава МЧС. Самая малая часть безопасного города в Нарьян-Маре уже есть. Еще в прошлом году в тестовом порядке запустили 3 терминала «Гражданин полиция» и 20 видеокамер. К осени их число достигнет 60. В здании регионального управления МВД оборудован центр мониторинга, куда стекается вся видеоинформация. Сейчас ведутся работы по установке и наладке комплекса. Они завершатся осенью. Данная система станет составной частью глобального безопасного города. В регионах он появится к 2020 году. К этому времени система станет настолько умной, что сможет выполнять более серьезные функции, чем просто наблюдение. Система будет способна распознавать некоторые виды административных правонарушений и преступлений. Например, такие как превышение скорости движения транспортных средств, пересечение сплошной линии, обгон в неположенном месте, ну и другие преступления, административные правонарушения. И возможности системы позволяют не только это все записывать, выявлять, но и сигнализировать оператору о том, что вот именно на этой местности происходит преступление либо административное правонарушение. Система «Безопасный город» будет способна проводить интеллектуальный анализ видеопотока, вплоть до распознавания лиц преступников, находящихся в розыске.